карточки в боксах. И на старт скачки лучше всех прием принимает Монарх. Монарх повел. За ним Дандалайн, Магнетар, Энгри Бой. Лидирует Монарх. Дандалайн его обходит, выходит вперед. Скачку повел Дандалайн. На втором месте Монарх. Далее Магнетар и Энгри Бой. 200 метров пройдено за 15,4 секунды. Энгри Бой выходит на третье место. Тем временем Монарх захватывает лидерство и повел. Лидирует Монарх. На втором месте Магнетар, тут же Энгри Бой. И замыкает Магнетар. Лидирует Монарх. Энгри Бой выходит на второе место. Захватывает Монарха. И они выводят компанию на финишную прямую. Монарх лидирует. По бровке Дандалайн первой стороной. Энгри Бой 500 метров пройдет за 34,3 секунды. По бровке Дандалайн захватывает лидерство и повел. Монарх вторым. Энгри Бой тут же третьим и замыкает Магнетар. Лидирует Дандалайн. Монарх вновь его контратакует, но не успевает. Дандалайн выигрывает скачку, Монарх вторым, Энгри Бой третьим и замыкает Магнетар.